На, держи и отпускай обратно рыбу. Руслан, бери ее в руки. Я не могу. Потом помоешь руки. Бери его в руки и отпускай ее. Кидай ее в воду. Скажи ей спасибо. Ну, кидай. Спасибо. Спасибо. Молодец. Всем привет. Вы на рыбалке с Демидой. Сегодня буду ловить на поплавок. И как вы написали в комментариях в предыдущем видео, где я ловил на сыр с кукурузой. Кукуруза против сыра. Большинство написало попробовать половить на горох. И вот сейчас закормлю это немножко местечко и сяду на поплавок. И будет видео у нас сегодня кукуруза против гороха. Посмотрим, что у нас этого получится. Санек одолжил сегодня фотик свой, так что кадры должны быть хорошие, потому что буду приближать поплавок. Будет, должно быть интересно. Спасибо всем, кто отмечал в комментариях, на что ловить. Вот сегодня попробую на горох. Напишите под этим видео тоже, на что еще можно попробовать. Проведу тоже эксперимент. Так что смотрим, что получится. Как и говорил, вот сюда я высыпал гороха. Довольно крупный. Но подлещик, я думаю, должен заглотить его. Плотва, но не уверен. Ну, посмотрим. Все равно это эксперимент. И плюс от кукуруза. Так что будем пробовать, на что у нас сегодня клюнет. Вот Санин фотик. Туда будем закидывать. Местечко такое красивое. Глубина около 2 метров. Замерился уже. Так что будем сейчас настраивать фотоаппарат на камеру, на поплавок. Будем закидывать. Думаю, начну, наверное, с кукурузы, стандартный вариант. Потом уже буду ставить горох и будем смотреть, на что будет лучше отзываться у нас рыба сегодня. Поехали! Ну все, первый заброс произведен. Поставил кукурузу. Вот вы как видели, уже была поклевка. Так, на кукурузу была поплевка. Тогда давайте сейчас поставим горошек. Попробуем на него. Рыбка, значит, подошла. Сейчас настроим камеру. На горох поклевку. Наверное, буду чередовать. Или... Да, наверное, буду чередовать. Горох, кукуруза. Или буду пробовать... Ну, еще не уверен, буду, может, пробовать. Поставил кукурузу. Если поймал на нее рыбу, тогда вешаю горох. Поймал на горох рыбу, вешаю кукурузу. Ну, я думаю, разберемся. Так что будем ждать. Закормил вроде неплохо, может, не сразу же, но рыбка подойдет. На этом озере, я говорю, в первый раз. Посмотрим, что у нас тут будет. Это один и тот же поплавок. Тихо. О, подожди, Руслан. Что-то взяло у нас на горошек. Походу это... Сейчас вроде бы лещ. Сейчас посмотрим. Да, ой, хорош. Хороший лещик взял. Надо, чтобы он воздуха глотнул. Оп. Ой, хороший какой. Вы посмотрите. Вот это да. Ну, зови папу, зови. Я даже думаю, с таким... Можно и фотографию сделать. Ну какая лопата. Вы посмотрите.
Ладно, сейчас мы сфоткаемся и будем его отпускать. Саня, сфоткай меня. Смотри, какой большой. Why are you putting your thumb in the mouth? Чтобы он не шевелился. На горошек. А вклюнул так, вообще, как плотвичка повела. Скажешь, что опять забрал. Скажешь, что-то опять не забрал. Ну вот, хороший лещик. Взял у нас на кукурузку. Ой, на горох. Туплю немножко. Ай, спасибо. Ну да, спасибо. Первая рыба, блин, и всего уже испачкала. Так, на горошек видали, какой был лещ. Я думаю, подушечку он точно был. Сейчас мы вешаем кукурузу. Посмотрим, как на нее будет. На нее, я думаю, большая вероятность, что плотва. Но все равно будем пробовать. Так, не в то место закинул, там как-то у нас мелко. Плавок плохо стоит. Вот туда. Ну, это приятно уже. Первую рыбу и такой довольно хороший трофей у нас попался. Сейчас поставил кукурузу, как говорил, показал. Попробуем на нее. Потом опять поставим горох. Ждем. Да, блин. Так что предлагайте еще варианты, на что мы можем половить. Я думаю, мы будем все время использовать кукурузу. И что можно поставить против кукурузы? На сало, на сыр уже пробовали. Сегодня пробуем на горох. Какие еще варианты можно будет? Так что напишите в комментариях. Обязательно попробую тоже. Но пока на кукурузку у нас поклевочки. На кукурузу у нас поклевки не было. Попробуем поставить обратно горошек. Это пиз. Да, это горох. Поставим горошек. И проверим, будет ли опять поклевка на горох там. У нас. Она не там. Не успел настроить фотоаппарат на съемку, и тут клюнул у нас, похоже, очередной подлещик. Да, подлещик. Лещ. Она еще раз свою рыбу. И клюнул он у нас опять на горох. Стояла до этого опять кукуруза, глотай воздух. Опять такой же, но чуть поменьше, чем тот предыдущий, но все равно достойный экземплярчик. Как вы думаете? А, все, отцепился. Спасибо. Как не пришлось руки опять пачкать в него. Сейчас мы снимем эту слизь. Смотрите, на горох второй подлещик. Лещ, второй лещ уже. Ну это одна и та же, Руслан клюет. Ну не одна и та же, но этот поменьше был у нас. Так что сейчас закинем еще раз на горох. Руслан. Поставим. Она не снимает, Руслан. Поставим горошек опять. Не успел настроить камеру, блин, чтобы видно была поклевка, как он клюнул, потому что и не ожидал сразу же. Well, I'm going to switch it off. Don't need. Switch off the
I don't need now. Где? Ну вот, сейчас закинули, сейчас попробую настроить фотоаппарат, если успею. И будем ждать очередного. А у нас на поплавок стрекоза села. И сразу же какая-то поклевочка. А, я видел рыба. Ты там видел рыба? Пытаюсь настроить, блин, поплавок. Смотрю в камеру и вижу, как поклевка происходит. Я вам тут стрекозу пытался показать. Ой, какие пузыри были там. Поменял я место дислокации, так как там почти каждый пятый заброс вытаскивал корягу, поднимал муть. Я думаю, рыба от этого отошла оттуда. Здесь вроде как бы почище дно будет. Поставил горошек. Попробую здесь. Ну да. Так мы не закинем, блин, ничего. Еще и сачок поймал. А-а-а. Не, не сачок, траву. Попытка номер два. Так у всех бывает. Где-то что-то запутается, где-то нет. Ну, без этого никак. Ну вот, попробуем. Здесь, может быть, тут дно почище будет. И, может быть, проплевываться рыбка тоже будет. Там двух подлещиков поймал, двух лещей. Посмотрим, что здесь будет. Поплавок распутался. Ну, первый подлещик с этого места. И опять минул у нас, а? Горох. Мелочь, конечно, блин. Отдай крючок. Обосрался, спасибо. Смотрите, клюнул опять на горох у нас. Сейчас закинул кукурузку. Посмотрим на нее, будет, не будет. С глубины рыба вообще не хочет клевать. Поставил глубину в пол воды. Может быть, хоть плотвичка у нас будет брать. На кукурузу какая-то поклевка была. Сейчас поставлю горох. Посмотрим, что на горох будет с пол воды клевать или не будет. Это всегда неизвестно. Ладно, буду, наверное, заканчивать. На поплавок поймал вот три подлещика всего, на горох, на кукурузу вообще не клевало, да и на горох, можно сказать, тоже не клевало. Три подлещика – это ничто. Переделал эту удочку уже на флойд-фидер, поставил вон. Тут у меня стоят на карпа, на сама, тоже тишина сегодня. И это моя последняя рыбалка в Англии. И вот такая вот неудачная. Ну, рыбалка есть рыбалка. Так что следующие рыбалки уже будут с другой стороны, из других рек и озер. В том числе с моря. Если догадываетесь откуда, напишите в комментариях. Ну а всем спасибо. Ставьте пальцы вверх, кто
кто досмотрел до конца, отдельный респект и пока.